такие потрясающие места Озарка. Вот он, наш Озарк. Переведи. Ой, моя туча ушла. Так, и это значит был вот такой дом. Но он сгорел. Не знаю, конечно, как на лошадях поднимались сюда, но мы прям запыхались, когда вот по этой дороге шли. И вот они, руины. Это маленький домишко. Здесь, видимо, был вход. Сейчас надо прочитать, что это гостевой дом или дом прислуги. Смотрите, какое небо, какое солнце. Высокие этажи. Почему сейчас такие маленькие делают? С той стороны сейчас подойду, покажу с той стороны развалины. Это как башня какая-то. Изумительный замок. Сейчас обойду, хочу вид показать, какой открывается со стен этого замка. Такая смотровая площадка. А, ну да, это вот, смотрите, такая башня была огромная. Water Tower. Вот она. 80 футов. Смотрите, какая бесподобная вообще площадка. Сейчас, судя по всему, здесь были ступеньки. Мне кажется, сейчас альтернативщики круто все расскажут
Но мы открыты к предложениям. Обожаем этих ребят, альтернативщиков. И готовы еще раз приехать и уже по ситуации снимать. И обязательно этим ребятам разошлю видосики. Да, слушайте, это был выход каменный. Да, камни, камни, камни. Это была башня. Там, видите, камни. Я не думаю, что это естественная скала. Конечно, молодцы американцы, все облагородили. Здесь открывается восхитительный вид. Я просто очень боюсь высоты, поэтому я иду так аккуратненько. Туда можно спуститься. Вон, наверное, какие-то мальчишки точно туда лазили. Прямо голова кружится. Какая там высота. Мне не увеличить. Но там очень высоко. Потрясающе. Там такой огромный овраг. Там потрясающее озеро. В такие моменты хочется сказать: Господня земля и все, что на ней. Как Господь сотворил нашу землю, да? Так, ну ладно, возвращаемся к нашим руинам. Ой, страшно. Такой-то высоте страшно. Так, сейчас мы обойдем эти руины. Хочу вниз спуститься. Пойдем вниз. Ну-ка, спускайся быстро. Пошли вниз быстро. Сидит на отвесном заборе. Бери, вниз пойдем.